находимся на 28-й международной выставке технических средств охраны и противопожарной защиты Securicom Moscow. Выставка Securicom Moscow – это главное мероприятие отрасли с самой масштабной посетительской аудиторией и наиболее представительным составом участников. В этом году у нас более 220 участников из 7 стран мира. Площадь экспозиции составляет более 12 тысяч квадратных метров, а регистрация превышает 21% в сравнении с прошлым годом. Неотъемлемой частью выставки является трехдневная деловая программа. А теперь приглашаю вас ознакомиться с экспозицией. С удовольствием встречаем здесь профессионалов в области проектирования, монтажа и обслуживания. Очевидно, что выставка пользуется популярностью. Посетителей очень много, и к нам приходят те, кому нужна наша продукция. Это и проектные организации, которые проектируют для нефтегаза, для компании «Новатэк», «Газпром», «Лукойл» и так далее, да, для «Роснефти». Это и компании, которые проектируют для РЖД, или компании, которые проектируют для московского метрополитена. Это специальное сложное проектирование. Приходят к нам заказчики, это сложные большие объекты, например, огромные дата-центры, объекты больших крупных госкорпораций, Росатом, Сбербанк, крупные заводы, технологические линии. Аудитория здесь достаточно разнообразная. У нас сегодня были представители Росатома, Министерства обороны, обычных крупных гражданских предприятий. Здравствуйте, мы с Владивостока, у нас сеть ресторанов. В свое время мы сравнивали выставки, которые проходят у нас в России, ну и не только в России. Я могу сказать, что лучше, чем Securicom Moscow по представленным компаниям, по представленному оборудованию, по новинкам. Я не нашел. То есть конкурировать каким-то другим выставкам очень трудно. Всегда идет в ногу со временем. Каждый год все больше и больше фирм участвует. И каждый год мы находим для себя что-то новое.